Причиной крушения Су-25 в Забайкалье могло стать столкновение с другим самолетом. Два штурмовика выполняли парный полет с аэродрома «Степь» на аэродром «Домна». По данным агентства «Интерфакс», при маневрировании ведомая машина могла зацепить летящий впереди учебно-боевой Су-25. Экипаж успел катапультироваться, а неуправляемый самолет рухнул на землю всего в нескольких сотнях метров от деревни. Никто не пострадал. При этом от штурмовика практически ничего не осталось. Сейчас на месте крушения идет поиск черных ящиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все полеты Су-25 временно приостановлены.